Всем огромный привет из вечернего Прованса. Мы направляемся в город, потому что у нас в городе сегодня рождественское шествие, парад, как и в прошлом году. Поэтому мы решили с Александром, Владислав у нас у друга, а мы решили съездить в город и насладиться рождественской обстановкой. И, конечно же, я все поснимаю для вас, чтобы у вас тоже было хорошее настроение и вы почувствовали праздники. Оставайтесь с нами. Подъезжаем к городу. Правда, сегодня очень-очень много машин, так как суббота, и французы едут в город. А мы встали в пробки, потому что парковки все полные. Надеюсь, что нам повезет. Все цветочные магазинчики украшены. Красота. Да, Александр говорит, что парковка полная. Как бы нам не пришлось ехать домой. Мы уже поехали домой, представляете? И свернули на одну улочку и наткнулись на одно свободное место. В городе творится такое. Я такого еще никогда не видела. Столько машин, наверное, как в Москве. В Провансе это редкость. Витрины красивые все. Ой, нужно мне бежать. Французы. Какая корзина с мандаринами. Ночной город. Показываю пока, как французы одеты. Хотя плохо видно, наверное. В пуховиках, кроссовках. Сейчас, когда начну видеть, женщины все в куртках с мехом. Первый год, наверное, в Провансе мех вижу. Наверное, мода. И сейчас начнется шествие, и я выключу. То есть я буду снимать, и потом уберу музыку. Меня в прошлом году заблокировали. Продают каштаны. И здесь у нас уже рождественский рынок. Мы сейчас займем место. В угах. Мы спрашивали, уги носят француженки. Кроссовки или уги. Ждем парад. Пожилые люди, женщины. Молодежь, конечно, вся в джинсах и в кроссовках. Много кто в спортивной одежде. Да.
возрасте очень много модных француженок. Thank you.
шляться по городу, везде музыка, не могу снимать. Смотрите, жибастье продают. 4,56 и 4. А вон жибастье 5,80. Продают сыр. Народу сегодня снимать невозможно. Александр? Ле шатень. Кто-то ест каштаны. Ой, он меня спрашивает, хочешь? Я говорю, хочу. Сегодня я вам сняла парад небольшой и поснимала, как вот одеты француженки. Продолжаю снимать. И витрины вам поснимаю немного. Будет такой сборный блок. Надо будет всю музыку удалять. О, пардон. Кто-то об меня запнулся. C'est toi, vous êtes où? Ton père est descendu, vous êtes où? Я иду как старинные качели. Мы сейчас пойдем попробуем в церковь зайти. Какая сказочная витрина. Икра черная, шампанское, фуагра. Все, что нужно для счастья. И французы делают подарки, закупают. Шли в церковь, чтобы посмотреть рождественские ясли. Сегодня в церкви народу много. Очень большие ясли. Я вам покажу. Выставка фантомов. Если рождественский.
Такой небольшой музей. Смотрите, Сантом де Прованс. Традиция такая существует только в Провансе. И муж мне говорит, пойдем посмотрим, так там как раз стол, 13 десертов. Сейчас мы вам все и снимем. И вот они, 13 десертов, что подают в Провансе. Свежие фрукты, сухофрукты, инжир, дат, это финики, обязательно цитрусовые, это жибастье бриош рождественский, затем орехи, мармелад. Да. А вот это Александр говорит. Это хлебница такая старинная. У нее раньше, у бабушки у него была точно такая же, поменьше. Туда складывали хлеб. Давайте посчитаем. Раз, два, три. А, ну-ка, четыре, пять, шесть, одиннадцать. Я пока 11 начну. А, вот они. 12. И мармелад 13. Вот такой он Прованс. Я хотела вам снять необычную новогоднюю елку, но там подойти просто невозможно. Там столько народу. И посмотрите, новогодние наряды. Плиссированная юбка и свитер. Воротничок украшен стразами. И платье. Такое красивое. Тут тоже платья различные. Ну вот такая сегодня у нас быстрая прогулочка получилась. С большим количеством народу. С французами. С аутфитами. Прованса. И всех с наступающим Рождеством! Будьте счастливы! Thank you.